Звездный путь Елизаветы Мавродовой начался здесь, в Анапе. Девушка с отличием закончила детскую школу искусств номер 2, а затем поступила в Краснодарское хореографическое училище, которое также закончилось красным дипломом. В течение 2 лет работала в ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Как любой творческий человек, молодой балетмейстер находится в поиске и постоянном развитии. Сейчас в дуэте с Александром Сиденко она работает над театрализованным шоу «Си-Джем», который своими выступлениями покоряет не только российских, но и иностранных зрителей. Также показать этот проект и в Анапе. Елизавета занимается и преподавательской деятельностью, современная и классическая хореография. Одно из последних достижений Елизаветы – диплом лауреата первой степени на международном конкурсе молодых исполнителей «Dance Moscow». Это международный конкурс. Вот, сопредседатель его Иосиф Кобзон. И там участвуют только профессионалы или же любители высокого качества хореографии. На подготовку нового номера у Лизы был всего месяц, и она успела за этот период воплотить давнюю мечту в жизнь – поставить сольный танец «Арагонская хота», за который профессиональное жюри поставило высшую оценку. По окончании конкурса Елизавету пригласили в числе 7 лауреатов представлять российскую культуру в Германии. Несмотря на все мои волнения, волнения других участников, все прошло просто отлично. Русских приняли очень здорово, были большие овации. Вот. Но самое важное – это опыт, который состоялся в этой поездке. Я очень благодарна также и организаторам, потому что это толчок, это продвижение молодежи в более профессиональную жизнь. Еще одно детище молодого балетмейстера – ежегодный хореографический лагерь для анапских детей и взрослых. Лизе удалось зажечь любовью к этому виду искусства немало сердец. В следующем году она также планирует организовать летний лагерь для школьников, по завершению которого обязательно будет праздничный концерт. Летний лагерь в Анапе прошел очень результативно, так как мне поступают до сих пор звонки о том, что дети поступили в хореографические училища. Все наши уроки прошли не зря, и я очень горжусь. Мы желаем Лизе дальнейших побед и уверены, еще не раз сможем гордиться анапчанкой, покоряющей сердца тысяч зрителей во всем мире.